Привет, друзья, я Григорий Герман. О динамике войны, которую удалось поменять Украине, если не полностью, то в какой-то ее достаточно немалой части, благодаря операции в Курской области, благодаря ударам по Подмосковью и так далее и тому подобное. О странной, неожиданной, какой-то вот, я бы даже сказал, несколько истеричной реакции на перспективу разрешения западными правительствами Украине бить западным оружием по целям в глубине Москвы. Что у Путина, что у Небензи. Ну и, конечно, самая загадочная реакция была у Пескова, который сказал, что ответом на предоставление подобного разрешения является уже идущая более чем 2,5 года СВО. Вообще, в принципе, о загадочной русской душе и о том, что можно и что нужно делать с Россией, как всегда, яркое, неоднозначное и не всеми воспринимаемое мнение Андрея Сидельникова. А в том числе и мнение москвича о том, стоит бить по московской энергетике, чтобы москвичи поняли, что в стране идет война, или по Рублевке, для того, чтобы российские элиты почувствовали, что в стране идет война. В общем, оставайтесь. Будет ярко, неоднозначно и очень интересно. Знаешь, такое изменение, я не знаю, то ли мне кажется, то ли я его увидел, потому что мне очень хочется его увидеть, поэтому хочу с тобой обсудить это ощущение. Ощущение, что за август месяц Украине удалось, ну если не поменять ход войны, то во всяком случае придать какой-то новый неожиданный вектор всему, что происходит, я имею в виду не только линию фронта, но и в принципе то, как идет ходу этой войны. И динамика потихонечку разворачивается далеко не в пользу Путина и далеко не в пользу Российской Федерации. И все сложнее им говорить о том, что все идет по плану. Даже вот этот комментарий Путина по поводу того, что ну, если дадут разрешение, то это будет война с НАТО, он для меня тоже является свидетельством того, что вообще нифига, нифига все по плану не идет. И он уже даже не пытается это скрывать. Не может. Ну, если читать, например, вход ВСУ в Курскую область, да, и изменения разнообразные, плюс сегодняшние там, решения тех или иных стран о предоставлении разрешения на применение дальнобойного оружия уже на территории Российской Федерации, иностранного оружия, то, конечно же, естественно, ситуация меняется. Другое дело, что все равно, как мы уже не раз говорим, за все эти годы войны все происходит очень медленно, все происходит очень-очень так вот тягомотно, да, я бы сказал. И каждый момент приходится отвоевывать Украине, добиваться этого, ну, реально почти годами. Это касается там представления сначала танков, там вооружения обычного, да, там этих самолетов, то есть все вот это вот бурление, обсуждение, не дай бог, как бы там что-то на территории России или как-то, то есть России можно просто в ежедневном режиме утюжить мирные города и истреблять, устраивая геноцид украинского народа, истреблять украинский народ, а Украина почему-то должна иметь какую-то красную линию для того, чтобы, не дай бог, ее перейти, и не дай бог, что-то случится в России. Вот ответы нужно, не то, что зеркальные, а уже с учетом времени и, обстоятельств. Вот просто, если есть возможность, военная, с точки зрения ракет, отутюжить также территорию Российской Федерации. И на самом деле, что в Москву очень хочется мне посмотреть, я как потомственный москвич на самом деле, мне очень хочется, чтобы прилетело в Москву так, чтобы вот эта вся зажравшаяся, отказавшаяся просто обращать внимание на войну быдло масса с деньгами, да, хоть как-то, я не знаю, встрепенулась. Потому что, посмотрев, и, грубо говоря, в ежедневном режиме, что происходит в Москве, в Москве войны нет у людей. Они даже не хотят ничего слышать. Рестораны, гулянки, голые вечеринки, просто кутеж какой-то. Пир во время чумы. Вот посмотрите, то, что происходит в Москве, пир во время чумы. Поэтому очень хочется, чтобы прилетело, и прилетело сильно достаточно. Но как прилетает, как я уже сказал, в разные города Украины в ежедневном режиме. Вот, поэтому
Изменения, конечно, есть. Ощущение того, что российская власть, ну, во-первых, мы видим уже, что она не контролирует уже и свою территорию, да, то, что Путин привел войну в российские семьи, в российские дома, но мы это говорим уже с самого начала вторжения, потому что это было совершенно очевидно и понятно, что рано или поздно это произойдет. Поэтому, в общем-то, здесь единственное, что пропаганда справляется неплохо, на мой взгляд. Она действительно, вот как мы опять-таки говорим все эти годы, лучшая отрасль, я действительно так считаю, да. Лучшая отрасль в Российской Федерации, которая работает, если не как часы, то, во всяком случае, действительно сильнее на голову всех остальных отраслей жизнедеятельности государства, это пропаганда. Да, огромные средства просто вливаются, огромные средства распиливаются, но эффект достигаем, поэтому все эти распилы на сегодняшний день пока закрывают глаза на все эти вещи. Если посмотреть, смотри, как бы, да, военном ведомстве, Министерство обороны, там посадки какие-то между собойчики, значит, друг с другом как бы тягаются. В ФСБ, в других министерствах то же самое, в принципе, происходит. Но пропагандистская вот эта вот линия, да. Ну, где мы видели, что хотя бы кого-то отстранили, посадили или что-то еще, да, грубо говоря, или какое-то расследование начали, например, по хищению средств Маргариты Симонян, да, военной преступницей, или Соловьевым и тем же самым, ну вот, поэтому пропаганда действительно добивается того эффекта, который необходим сегодняшней власти Путина. И тут, ну, что можно сказать? Я уже с самого начала полномасштабного вторжения высказывал мнение о том, что западным компаниям необходимо отключить все коммуникационные устройства на территории Российской Федерации, чтобы все вот эти айфоны, шмайфоны, как бы все эти значит, технологические, сегодня необходимые и ежедневные вот эти средства, да, были бы отключены, они просто в кирпичи превратились. Это возможно технологически. Сначала мне рассказывали, что это нельзя сделать технически. Оказывается, это можно сделать, грубо говоря, нажатием вот этой одной кнопки. Ядерное оружие так не запускается таким образом, mm-hmm. как это можно отключить все коммуникационные устройства на территории России. А ведь это поможет не только отрезвить, скажем так, да, население, вот эту бадломассу, полнейшую причем, да, там, подавляющее большинство россиян, но это же позволит, собственно говоря, приостановить действия тех же самых вооружений, которые используются для уничтожения украинского народа. То есть здесь слишком много разных как бы, вещей, но политической воли до сих пор нету. Санкционно добиться мы пока этого не можем. Этот вопрос поднимается периодически, как бы, но тем не менее, это же компании частные, да, Samsung, Apple, как бы, другие компании, они должны просто, ну, действительно, политическую волю проявить в первую очередь. Обязать их очень сложно государству, где частный бизнес и рыночная экономика, да, про страны Запада. Поэтому пока такой, скажем так, воли мы не видим. Мы не видим и воли в основном и от владельцев социальных сетей, которые также могли бы, в общем-то, влиять на все эти условия, да, и выступать в какой-то мере контрпропагандой. Но этого пока не происходит. Тем не менее, надежда все равно существует, и мы видим, что украинский народ за все эти годы не сдался и не собирается сдаваться. Отдавать свою землю захватчикам не собирается, и как бы российская пропаганда не вливала в уши мирового сообщества и, соответственно, не давала каких-то таких направлений, я бы сказал, да, там, украинцам, этого не происходит. Поэтому уже можно с четкостью сказать, что Путин уже проиграл эту войну, потому что он не добился главного, что он не покорил украинский народ, и у него этого теперь не получится никогда. То есть мы это все ощущаем. Могут быть разные процессы, могут там опять-таки превалировать в какой-то момент, и скорее всего это будет все-таки идти на мирные переговоры. Но тем не менее на сегодняшний день украинское общество, украинский гражданин в большинстве своем прекрасно понимает. Никаких переговоров с фашистскими захватчиками, а нужно называть вещи своими именами, невозможны. На сегодняшний день нету возможности для того, чтобы просто даже начать подготовку вот к каким-либо переговорам. И сегодня четко совершенно действительно понимание это есть. Никакие переговоры сегодня не будут, потому что обманут просто в 100% режиме. Ну, просто в 100% режиме будет
ну, как бы не использовать то слово, которое, я думаю, наши зрители все Да, прекрасно да. понимают, как бы, да, потому что это сегодняшняя данность. Веры просто ублюдочным фашистам нету ни на 1%. Ну, надо смотреть действительно на реакцию всех этих высокопоставленных военных преступников России. Как они реагируют на те или иные новости, которые улучшают, скажем так, ситуацию в Украине и ситуацию с украинской армией. Ты знаешь, вот чей комментарий меня поразил больше всего? Путин, не Бензя, Соловьев и прочее вообще нет. Больше всего меня порадовал Песков, который на вопрос, как мы ответим на разрешение бить вглубь, сказал, что а наш ответ – это начало СВО. Это начало что? СВО. Наш ответ – это начало СВО. То есть СВО уже само по себе является ответом на разрешение пить вглубь. Я не знаю, честно говоря, что у него с причинно-наследственными связями, да, ну, то есть я не понимаю, в каких измерениях сейчас живет Дмитрий Песков, да, это просто удивительное какое-то абсолютно дело, но смотри, ведь на самом-то деле они все живут сейчас в каком-то абсолютно другом измерении, да. Зазеркали, мы давно уже говорим об этом, это то зазеркали, которое они придумали, и они поверили. Здесь важно еще как бы не то, что они понимают, что живут как бы вот в придуманном этом мире. Они этого уже не понимают, не ощущают. Уже эта машина работает совершенно по-другому. И они действительно искренне верят. Вот они убивают, грабят, насилуют, мародерничают. И они искренне верят, что так и надо жить в этом мире. Вот в чем проблема. У них уже смотри, полностью все сдвинулось. При этом смотри, как интересно, вот в этом, вот как ты правильно сказал, зазеркалье, в этом королевстве кривых зеркал, это на самом деле коридор из отражений. И вот тут у каждого свое отражение, у Пескова свое отражение, у Путина с Небензей свое отражение, у Z-патриотов, которые сейчас уже напрямую задают иногда вопрос, а типа, а куда мы идем? У них свое отражение. Ну, у Гиревича, да, у него свое отражение с народом хомяком, и мы все должны как можно скорее умереть. Да? Вот, понимаешь, вопрос следующий. Может ли вызреть в России человек, который сможет объяснить в данной ситуации, почему нужно закончить войну? Или это в принципе... Такого сегодня нет. Нет, нужно понимать, Россия сегодня перемолола полностью ум, честь, мораль, совесть. Она просто перемолота. Необходимо уничтожить все вот это вот, вот эту грязь, которая вылезла во времена путинского правления, культивировалась вот эти вот старые советские нарративы. Поэтому да, это достаточно жестко. Это не в правилах свободного мира, но речь идет о том, что как бы идет война. И в России будет революционная обстановка. Поэтому по законам военного времени каждый из этих тварей должен быть уничтожен, причем как бы публично. Те, кто сегодня находится и находился на самом деле с 2013 года, с третьего незаконного срока, кто поддерживал, пропагандировал, они все виновны. Они подвели как бы страну, руководство к фашизму. Фашизм это же не с сегодняшнего дня и с бухты барахты. Когда Хаматова обеляла этот режим, глядя деньги, может быть, и на благие дела, но набивая карманы себе все равно, она подготавливала почву, на тех, как она и держится этот режим. Поэтому они все виновны. Из-за них это и происходит. А то, что это выродилось как бы сегодня вот в этих в прямых убийствах, как бы, ну, это вот опять-таки действие тех, той так называемой творческой интеллигенции, которая кружила вокруг российской власти, когда уже было совершенно понятно, что Путин идет по трупам. Все было ясно с Мюнхенской речи. Ну, слушай, как бы, ну, это чего же здесь простые истины рассказывают? Ну, я уехал в конце 2007 года, мне было уже понятен вектор полностью, а эти все еще десятилетия наживались, соответственно, на власти, они получали преференции финансовые, для того, чтобы сейчас вот убежать, как бы, да,
и рассказывать, ой, ой, оказывается, это Путин у нас преступник, ой, оказывается, в России фашизм идет, так вы и виновны в этом фашизме. Вот вы в первую очередь, все вот это вот, хочется перейти на сленг, по большому счету, да, ну, вот действительно, они реально виновны, и на них держался, и возрождался, и вообще культивировался этот фашизм, пока они, значит, отвлекали общество от событий. Когда убили Сашу Литвиненко в Лондоне в 2006 году, как-то, опять-таки, поухали-поахали, ну и как-то все ушло. Mm-hmm. Потом Боря Немцова, значит, убили, да? Тоже как бы кто-то воспротивился или что-то еще. Так вот, опять-таки, вот они все, кто закрывал глаза, кто действительно получал и просто жил за счет российской власти. Российская власть умело покупала и покупает всех этих товарищей. Мы же видим этих доверенных лиц Путина-то, да? Как они получают преференции, как делят доходы, как им все время все мало. Да, они это делают за деньги, но за деньги они стали военным преступником, которые должны получить возмездие. И они его получат. Каждый из них по заслугам получит. И их семьи, что немаловажно. Курск, а территория свободная от Путина. Стоит ли там пробовать создать прекрасную Россию настоящего, хоть на маленькой территории, но тем не менее? Некие зачаточные, рудиментарные основы, рудиментарные органы новой России, России без Путина. Да, я считаю, что есть такая вероятность, возможность, но опять-таки здесь решение должно принимать высшее руководство Украины. Mm. Не, опять-таки, не наши желания, желания оппозиционеров или кто-то еще. Я вижу там, кто некоторые из штанишек выпрыгивают и пытаются значит, подпрыгнуть и рассказать, давайте я буду возглавлять, я вот как бы, я все справлюсь. Ну, знаем эти деятели всех, естественно, как бы долгие годы. Тем не менее, да, это очень хороший шанс показать, как должно быть, ну, такое показательное государство устроить. Конечно. Да, конечно, чтобы посмотрели, что такое Путин и русский мир, и что такое независимая, свободная территория, пусть будет государство, если оно будет признано, и как это возможно в нынешнем мире, опять-таки, добиваться благополучия граждан, находящихся и живущих на этой территории, вот такими действиями, методами, и, соответственно, как показательный пример, это очень хорошая ситуация. Ну, то, что нужно понимать, это же не делается за один день, конечно, год, конечно. Что-то еще. Но, тем не менее, вот действительно показать, как это здорово. Другое дело, что российским гражданам, вот честно говоря, мы же знаем прекрасно, там жителям Хабаровска совершенно насрать, что происходит в Белгородской области. А они, конечно, могут только там посмотреть, что в Москве, так чисто любопытство, там желтая пресса и все остальное, как эти звезды на голую вечеринку ходят, да? Да. Ну, вот. Ну, это же правда. Ну, Тюменской области не все равно, что находится там на Сахалине. Да все равно, вот вообще, насрать. Всем им на все насрать. У них главное вот этот свой заборчик. Вот когда вот этот заборчик в Москву или в другие города прилетит, как бы, вот тогда они могут начать как бы шевеление и немножко очухаться от этого всего. А как бы сейчас это все такое, ну, Москву пора, я уверяю, огромное количество будет радости в Российской Федерации, ну, когда в Москву куда-нибудь так приличненько прилетит. Вот башенки Москва-Сити как рухнут, вот будет счастье огромного количества жителей Российской Федерации. Поверь мне, именно так это и будет. Будут друг другу плескать. Или помнишь, как был какой-то анекдот по поводу там того, что какая-то очередь с бензином или что-то горит, как бы там медведи... Да-да-да. Вот это подарю, принесут сами, послушай. Это все произойдет. Опять-таки, не Путин делает за все свои года, ведет страну к развалу и гражданской войне. Это не то, что там, я говорю, народ, поднимайся и там идите со мной. Этого не будет. Ни один деятель этого не может добиться на сегодняшний день. Верну нить нашего с тобой разговора к Курской области, потому что вспомнил еще одно заявление Пескова, которое касается Курской области, и Шойгу туда же. По поводу того, что сейчас трудно себе представить переговоры, как-то так он сказал, достижение каких-то результатов, пока
на фоне ситуации в Курской области, да, или пока такая ситуация в Курской области. Слушай, а по твоему мнению, что это? Это признание некоего бессилия на уровне «вы ведите войска в ВСУ, начнем переговор», или это, наоборот, нежелание идти на какие-либо переговоры, потому что ну, Путину сейчас не особо нужно вот прямо сейчас заканчивать войну, прикрываемые вот этой вот, ну подождите, у вас тут Курская область, вот мы не можем. Хотя нет, во-первых, начнем с того, с последнего, что Путину там не нужно заканчивать войну, а кто сказал, что как бы вот начнутся переговоры, она закончилась. Война, вот по моим расчетам, скажем так, я, опять-таки, я свое мнение высказываю, да, да. Не закончится, к сожалению, раньше 26-го года. Угу. Вот. Ну, это, на мой взгляд, объективная реальность, да, то есть переговоры в конце, там, в середине, может быть, какой-то процесс начнется там в середине следующего года, 25-го, пока этот процесс пойдет. Это процесс не быстрый, это процесс не долгий, это совершенно как бы он понятно, что это растянется на многие месяцы. Это решить за месяц-два невозможно уже теперь. Поэтому Путин, это бессилие вот это бессилие и непонимание, как это сделать, потому что, опять-таки, ну, невозможно подобной территории, как Российская Федерация в сегодняшнем виде, управлять в ручном режиме. Нужно делегировать, должны быть институты, да. Которые, собственно говоря, сдержки, противовес. Ну, то есть это вот обычное функционирование нормального государства, которое отсутствует сегодня в Российской Федерации. Поэтому здесь, ну, вот действительно это бессилие, это ненависть. Mm-hmm. Вот, которое Путин от бессилия, да, то, что он не может, то, что он не покорил украинский народ, как ему это рассказывали, в том числе и ваши граждане, да, бежавшие в фашистскую Россию. Поэтому, ну, вот, да, это что может сделать? Старый маразматик, совершенно не живущий в зазеркалье и не понимающий реальность от слова совсем. Ну, так. Может объявить мобилизацию. Окей. Может объявить нет, мобилизацию. Нет, мы про мобилизацию уже тоже давно говорили. Вот эти все вот эти разговоры разных, я смотрю, слушаю так называемых экспертов или политических каких-то оппозиционных деятелей. Ребята, ну о чем вы устаю повторять? Нету необходимости никакой во всеобщей мобилизации сегодня. Указ Путина о частичной мобилизации еще не выработан этот миллион человек, которым говорится в этом указе. Ну, ребят, ну, как бы, ну, сколько можно уже повторять? Я не знаю, как это еще объяснить. Уже говорится, 600 тысяч выработано, 400 тысяч еще есть. Зачем ему объявлять всеобщую мобилизацию, будоражить и так уже шаткое положение? Хорошо, 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 не кричи. Не кричи спокойно. Когда говорите я говорю, громче, да. Когда я говорю, Рамиль, вас не слышно. Да, 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 да. Когда я говорю объявить мобилизацию, я не имею в виду, что будет подписан новый указ. Я имею в виду, что все военкоматы получат новые разнарядки, снова начнут ходить по улицам, снова начнут ловить, снова начнут и так далее и тому подобное. То есть вот весь инструментарий, да, который... Во-первых, начнем работает. С того, что все это происходит. Просто происходит это не в том, что вот как в ежедневном там 24 часа на 7. Да. И военкоматы этим занимаются постоянно. Постоянно. Просто проблема в том, что этих случаев мы сейчас не видим наружу, не выходит средств массовой информации, потому что это происходит не в Москве, Петербурге там или в больших городах. Mm-hmm. Это происходит там, где, ну, грубо говоря, нету, у нас же нету независимой прессы в России. Mm-hmm. Поэтому кто, куда, как. Вот они там все пытаются в интернет выложить это, да, Путин спаси, Путин помоги. Ну, выкладывается это в сотни и тысячи раз больше, чем доносится до нас. Поэтому все это происходит, военкоматы как бы отрабатывают свою линию. Более того, как бы, как мы изначально говорили, когда начался призыв, что военкоматы будут, грубо говоря, дожимать призывников, что они и делают, и мы это видим, это по Курской области мы это увидели, как бы, да. Все то, о чем мы говорили как бы до, когда начиналась вот эта призывная сессия в апреле месяце, да. Все это получилось. Все, что происходит, и то, что вот говорится в этом ключе, это все подтверждается. Ну, еще раз говорю, я достаточно хорошо знаю психологию поведения российской власти, российских этих ублюдков, лично знаком с многим количеством в свое время, да, работы в государственных органах. Поэтому совершенно понятно, как они действуют.
Вот для меня это не совершенно не секрет. И так получается, что, к сожалению, моему большому, я бы очень хотел бы оказаться неправым, да, но как-то вот подтверждается историей, как бы фактами, все остальное, когда выясняется, что вот все, что говорилось о действиях тех или иных, соответственно, лиц, все так и происходит. Поэтому, ну, здесь уже опять-таки, мы живем в информационном времени, 21 век, всегда можно опять-таки обозначить, кто вешает лапшу на уши из экспертов, а кто говорит правду. Достаточно возможности найти это предыдущие там год, два, пять лет назад. Можно взять, допустим, мои интервью до начала полномасштабного вторжения. Я в Украине был в феврале месяце 22 года. Выступал на многих каналах, говорил то, что происходит сегодня. И говорил, что это произойдет. Да? Меня, ну, смотрели, как баран на новые ворота. Да, вот. И даже украинские ведущие, с которыми я общался в прямых эфирах, на телеканалах, тоже как-то очень как-то так скептически относились к моим словам. А все, что я сказал как бы тогда, оно все это происходит и произошло. Поэтому у каждого есть возможность, опять-таки, у кого есть желание, понять, проанализировать ситуацию и посмотреть, кто болтает и чешет языком, а кто занимается делами и, грубо говоря, рассказывает, как будут происходить события в связи с тем, что все-таки есть большое понимание, как действует и живет российский преступный режим. Насколько я понимаю твои слова, да, до тех пор, пока в Москве не начнут, как вот тогда осенью 2022 года, хватать людей возле станции метро, до тех пор, пока это будет происходить в глубинке России, а в Москве будут все так же платить самые большие деньги в России тем, кто туда успеет доехать, до тех пор эта мобилизация не вылезет в публичное пространство. На самом деле не совсем так, потому что, опять-таки, дойдет только до тех, у кого жареный петух клюнет. А все же думают, что они самые умные и возьмут соседа, а не его. Да они до сих пор все так считают. Вот с советского времени это и происходит. Поэтому как бы вот когда жареный петух и их клюет. Поэтому говорю, вот что прилетало в Москву, не надо никаких вот этих вот вычетов, специальных расчетов, куда чего. На кого Бог пошлет, называется. Вот тот как бы это. А уже, извините, ребята, кто не спрятался, мы не виноваты. Поздно пить боржоми, когда почки отказали, понимаешь? Поэтому как бы нет, как только критическая масса будет достаточной, может это вылезти в какие-то недовольства, а так это будет считать, что как бы взяли соседа, но меня же никогда не возьмут. Вот я такой-такой, я прям вот вообще... Ты говоришь о том, дрону куда упадет, там и будет. Это могло бы быть вполне логичным продолжением авосьной философии, которая свойственна россиянам, ну, авось не попадет. Ну, или с другой стороны, помнишь же, что делали с людьми в России, которые старались громоотводы строить? Да, их... Вот, потому что как бы, ты что, это же божественный знак. Куда ты, Бога, божественный знак, собираешься в землю отправлять? Грешно это. Вот я думаю, что на самом деле, может быть, еще одной из сторон загадочной русской души. Куда прилетит Украина? Возможно, все возможно. Спасибо тебе, дорогой, береги себя. Спасибо. И до встречи. Спасибо.